Всем здравствуйте, рад вас приветствовать на нашем YouTube-канале AdurAuto. И сегодня я вам расскажу о нашей новой разработке аварийных открывателей дверей. Они предназначены для аварийного открытия дверных систем. И главная задача – быстро и удобно открыть дверь при возникновении нештатных экстренных ситуаций. Теперь давайте рассмотрим каждый открыватель отдельно более подробно. Перед вами наружный аварийный открыватель. Это лицевая сторона, ручка, замок, оборотная сторона, жгут и металлический тросик в оплетке. Внутренний аварийный открыватель, металлический тросик в оплетке, корпус, ручка и специальная клавиша, которая позволяет этой ручке вернуться в исходное положение после работы. Наружный аварийный открыватель давайте рассмотрим его более подробно. Если мы поворачиваем ручку на 120 градусов по часовой стрелке, то происходит движение троса, и дверь механическим образом открывается у нас. Также возможно открытие двери при работе электропривода. Для этого мы ручку поворачиваем против часовой стрелки на 10 градусов. И выключатель формирует сигнал на блок управления приводом для того, чтобы электропривод открыл дверь. Также наружный открыватель снабжен замком, который предотвращает несанкционирование проникновения в салон автобуса. Вот таким вот образом мы поворачиваем ключ. Все, наш аварийный открыватель заблокирован. Когда водитель автобуса садится за свое рабочее место, при включении зажигания ему формируется специальный сигнал о том, что у него заблокирован наружный аварийный открыватель. После этого необходимо таким же образом разблокировать, то есть замок открыть. Теперь давайте рассмотрим внутренний открыватель. Он состоит также из троса и ручки. При возникновении нештатной ситуации мы вытягиваем ручку на себя. Затем, для того, чтобы ручка вернулась в исходное состояние, мы нажимаем клавишу, которая находится на левой стороне корпуса. Сейчас мы находимся возле нашего испытательного стенда, где установлены образцы аварийных открывателей. На данный момент они к двери не подключены. Аварийный открыватель на 120 градусов поворачиваем по часовой стрелке. Происходит механическое открытие двери. При повороте на 10 градусов против часовой стрелки происходит сигнал на блок управления для открытия электроприводом двери. При повороте ключа замок блокируется, и наружный открыватель также блокируется. Несанкционированно в салон попасть невозможно. Испытательный образец внутреннего аварийного открывателя. Дергаем наш внутренний открыватель. И для возврата в исходное положение с обратной стороны нажимаем клавишу и закрываем. По индивидуальному запросу возможно укомплектование наших открывателей металлическими тросами нужной вам длины, а внутренний аварийный открыватель возможно укомплектовать прозрачной либо полупрозрачной защитной предохранительной крышкой. Также возможно изменение цветовой гаммы и предупреждающих надписей. Для получения информации по поводу приобретения наших новинок вы можете обратиться в отдел продаж. Контактные телефоны указаны на нашем официальном сайте www.ador.su, либо обратиться к нам в онлайн-чат, который расположен на каждой странице нашего сайта с правой стороны. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.